то, ради чего стоит жить. И любовь существует ради того, чтобы были дети. В этом году, 18 марта, в тихвинской семье Елены и Евгения Шевченко произошло тройное счастье, потому что на свет появились сразу три дочки – Милена, Арина и Дарина. И мы приветствуем молодую мамочку Елену Шевченко. А папа нянчится с дочками. Елена Шевченко. Говорят, в истории, по крайней мере, современного Тихвина, такое событие, как рождение тройни, случилось впервые. Поэтому Елена, Евгения Шевченко и их доченьки уже стали частью этой истории. В народе говорят, счастливая семья – это многодетная большая семья. И для чествования счастливой большой многодетной семьи я приглашаю председателя Комитета социальной защиты населения администрации Тихвинского района Большакову Ольгу Николаевну. Мы вручаем сертификат, цветы молодой семье. И подарки еще не закончились. Компания «Интерьер Плюс» поддерживает социальную программу помощи многодетным семьям и воплощает в жизнь новый проект «Специальная цена для многодетных семей». Компания «Интерьер Плюс» дарит молодой многодетной семье подарочный сертификат и желает уюта и тепла в вашем доме. «Интерьер Плюс» – это производство высококачественных окон, дверей, лестниц, мебели и деталей интерьера. «Интерьер Плюс» – все для вашего интерьера. А мы искренне поздравляем вас с таким волшебным событием. Пусть ваши малышки растут в самой любящей, самой счастливой семье и будут для вас всегда лучиком света, тепла и источником радости. Здоровья и легкого жизненного пути вам и вашим доченькам. Спасибо большое.